Он всего лишь коряво открыл пачку с пастой. У кого-то обвалилась лестница к входной двери. Налил молока в стакан, и он идеально разделился на две части. И чё, блять? Чё это за херня? Я когда не понимаю, чё ты, мне страшно. Я подобный видео, я боюсь очень, потому что я не понимаю, чё происходит. Если кто не понял, это видео из интернета. Контент чувак делает. Ну хорошо, может быть, там дальше будет какая-то полезная информация. Вот, сейчас посмотрю, может быть, я ошибся. Сегодня было слегка ветрено. Кусок бетона отлетел и сделал в окне идеальную дырку. А, то есть это контент все-таки. Ну хорошо, контент так контент. Кошки покупают билет в кассе. За девушкой бежит бык. Но вы сами прекрасно это видите. Но я все равно расскажу поподробней. Девушка добирается до лестницы. Неудачно взяла шарики. Очень оригинальный дизайн в мужском туалете. Я догадался, что он мужской, потому что здесь есть писсуар. А девушки не ходят в писсуар. Девочка гангстер. Кто-то оставил кабачки на улице. Ну что ж, на сегодня это достаточно. Подписывайтесь, комментируйте обязательно. Может быть, что-то я упустил в этом видео, может быть, какие-то нюансы, вы обязательно пишите и скажите мне, что я не прокомментировал достаточно выразительно, четко и доступно для зрителей. И еще ставьте лайки. Всем пока. Чувак закончил видео.